Для того, чтобы вставить баллон в аппарат, необходимо прежде всего убедиться, что он находится в закрытом состоянии. Это положение close. Вы проверяете редуктор, что он находится в положении закрытом. Проверили. Затем снимаем нижнюю юбку, поворачивая его на себя. Затем берем баллон в правую руку, а в левой руке располагаем сам аппарат. И медленными движениями начинаем вкручивать баллон. Баллон должен входить именно прямо. Обратите внимание, чтобы он не начинали вы вкручивать под углом. Когда вы почувствуете легкий щелчок, также его может не быть. Может быть, а может и не быть. Вы почувствуете, когда уже почти до упора вкрутили, вы продолжаете вкручивать до того момента, когда уже буквально не можете крутить. Если же раздался щелчок, вы должны будете еще, наверное, сделать 2-3 поворота до упора, пока вы не почувствуете, что баллон действительно дальше не может крутиться. Это очень важно, потому что если вы оставите хоть немножко, скажем так, не докрутите до конца, то газ будет выходить, и вы не сможете полноценно пользоваться аппаратом. Затем надеваете нижнюю часть аппарата, закрываете. Теперь редуктор в положении открыто, open, и можно пользоваться аппаратом.